Вопрос сохранения и развития абхазского языка – один из самых важных и актуальных для абхазского общества. Эту мысль, открывая Международный лингвистический форум, подчеркнул ректор АГУ академик Олег Угварами. Абхазский государственный университет – кузница кадров, в первую очередь грамотных лингвистов. Но чтобы вопрос сохранения абхазского языка перестал быть острым, надо говорить на нем, убежден ректор. Нас его дают ария обучаться дьяшу. Яга онлайн кахцарки, офлайн кахцарки. А при хакны ягане, дешаб сухакшукам, хадыру зароб. Развитию абхазского языка в республике необходимо уделять больше внимания. В первую очередь, на уровне государственной политики, отмечает ректор АГУ. Президент Аслан Бжания, который принял участие в работе международного форума, отметил, что для сохранения абхазского языка в команде должны работать государство, лингвисты, ученые и, безусловно, семья, в которой растет ребенок. Президент отметил, что Международный лингвистический форум – важный шаг в направлении изучения языковой проблемы и, как итог, ее решений. Абсолютно Хюнткарат университет о лингвистике, о информации, технологии по центру Эйчурка, о захоте, о форуме, убри от Зара об языку. И все это счет Пчарала Усура, Айхзарупа, Аманхалара, Абра, о университет от Шсупов, и то, о Царава Ашоп, о студент Сашоп, и Харака студент Сарах из Парстаху, и Сумшаги, и Шквала Шершала, Баграт Дудзе Яджопа. С первым научным докладом выступила доктор филологических наук, проректор АГУ Джульетта Адлиба.
Она отметила, что вопрос сохранения языка – это вопрос, который ни в коем случае не должен остаться нерешенным. В ходе первого лингвистического форума выступили более 20 ученых-лингвистов. По итогам принята единая концепция, направленная на сохранение абхазского языка. Анастасия Никонова, Сосрыкуагухава, Абаза ТВ.